На московском картодроме Mix Karting состоялся первый этап традиционного чемпионата iMall Mix, который начинается уже в 17-й раз. Сегодня мы едем отборочный этап чемпионата Mix, который проходит ежегодно в зимний сезон. Здесь собираются достаточно неплохая аудитория, здесь конкуренция, интересно бороться. На первом этапе у нас сейчас 30 команд, несмотря ни на что, но 30 команд мы набрали. Распределение сил между участниками таково, что за победу могут всерьез побороться 6-8 лучших команд. А значит, для московских любителей картинга эта зима будет жаркой. Дополнительную интригу вносит очень разнообразный состав пилотов. Участники очень разные. Есть профессиональные пилоты, мастера спорта международного класса, мастера. И вот буквально в пятницу у нас ехал новоиспеченный чемпион Европы в классе GT4. Это Михаил Лобода. Чемпионы России у нас здесь очень много. И в то же время очень много любителей. Этим и привлекает Микс тем, что любителям хочется погоняться с профессионалами. А профессионалы, в свою очередь, тоже не брезгуют. iMall Mix – это командные соревнования. Техника распределяется с помощью жеребьевки, а по структуре чемпионат похож на гонку выносливости. Члены каждой команды посменно выходят на трассу. Гонка длится около 3 часов. То есть каждый пилот в своей команде должен проехать минимум 40 минут, максимум 70 минут. У меня была длинная первая сессия в 36 минут. Сейчас еще раз финально была на трассе, отъездила свои последние 5 и все. При этом гладиаторского побоища на трассе не приключается. Здесь мне что нравится больше, что здесь нет борьбы. То есть как бы здесь мы едем под синие флаги и не приходится бороться. На этой трассе, в принципе, всегда она узкая. Лично у меня возникали с этим проблемы, потому что если сильно пнешь кого-то, то дадут тебе черный, потеряешь время, стоп-н-го, и все вот это остальная история. Здесь же мы едем по сине, то есть ты подъезжаешь к следующему пилоту, ему показывают синий флаг, он тебя пропускает. Однако, несмотря на отсутствие контактов, борьба разыгрывается жаркая, и успех во многом зависит от командной тактики. Вот сейчас мы идем на первом месте, и до второго места, по-моему, 2 секунды всего. То есть задача на этот стинт отъехать, а на предыдущий была догнать, наоборот. Мы поднимались с третьего места, пытались догонять. То есть каждый стинт – это как маленькая гонка. Лучшие результаты на сей раз показали команды Nipples Racing, Nachili Racing и МК-1. Ну а следующий этап чемпионата состоится в ноябре.